Сколько, по-вашему, стоит портрет Моны Лизы? Никто точно не знает, но всем понятно, что дорого. Говорят, больше 2 миллиардов долларов. То есть, если откладывать по 1 000 000 рублей в день, вам потребуется 547 лет, чтобы на нее накопить. Сабля Наполеона не картина, но она тоже хранится в музее, причем в Москве, потому что является предметом искусства. Ее оценивают примерно в 6,5 миллионов баксов. В Государственной оружейной палате хранится меч Российской империи, которым со времен Елизаветы Петровны короновали всех царей. А этот меч считается самым красивым мечом, произведенным в США, и является национальным достоянием. Он сделан в 19 веке для Улисса Гранта, 18-го президента Америки. С современными ножами то же самое. Этот складной нож полностью выполнен вручную, вплоть до каждого винтика, и имеет огромное множество микроскопических подвижных элементов. Ножи Штайгервальда — это настоящие шедевры ножеделия. Интересное искусство в мире ножей? Полное видео по ссылке.